Для ветеранов, участников военных действий, кадет, День защитника Отечества – особый праздник. В Калининском районе столицы состоялось торжественное вручение юбилейных наград. 75 лет Великой Победы – особая дата и для семьи Петровых. Иван Афанасьевич освобождал Эстонию, Литву, Латвию. Награжден медалью за победу над Германией. Акулина Петровна – труженик тыла. У нее своя медаль – за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Они были знакомы с детства. Война разлучила их на время. Но судьбу изменить уже было нельзя. Они все же поженились после победы. 67 лет уже вместе. У каждого из них свои воспоминания. Голодная и шли на работу. Не было ничего кушать во время войны. Не было ведь. Сначала в Министерстве обороны был, на фронте участвовал. Так. А после войны, как молодого офицера, перевели в Министерство МВД. Конвойные войска. Очень много было военнопленных. Вручение юбилейных медалей – это дань памяти всем, кто защищал нашу родину от врага. Сегодня их получили 5 ветеранов. Громкие аплодисменты, памятная медаль и, конечно же, знак признательности цветы. Эту встречу можно было бы назвать встречей поколений. Там присутствовали и участники боевых действий. Выполняя интернациональный долг, они также рисковали своей жизнью. Воспоминания ветеранов слушали и кадеты школ города. Это наглядный урок жизнелюбия, патриотизма. Кто действительно до конца верит своей советской родине, кто до конца верит Российской Федерации. И вот эти молодые ребята, которые только-только примерили военную форму и уже стали защитниками, может быть, даже не приняв еще присягу родине, уже сейчас на таком отличном примере, на примере вас, дорогие наши ветераны, увидят, может быть, свой смысл в жизни, увидят свою цель и будут к ней стремиться. Низкий вам поклон и большое спасибо. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев. Республика.